Сына и Святаго Духа. Аминь. Святаго Отца нашего Иоанна Златоуста о сокрушении увещание второе, продолжение. Замечательно, что Давид нигде не упоминает о своих добрых делах, но представляет свое спасение человеколюбию Божию. Это свойственно сокрушенной душе и смиренному духу. Отсюда и произошло то, что совершивший великий добродетель боялся и трепетал более грешников. А то, что Давид так трепетал и боялся, послушай, как он сам говорит. «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Знал он, ясно знал, что мы много должны Богу, что самые маловажные грехи достойны великого наказания. Предвидел задолго, какие заповеди даст Христос по пришествии своем. Верил, что будут строго осуждены не только убийства, но и оскорбления, и злословие, и порочные мысли, и смех, и празднословие, и шутовство, и другие еще менее важные пороки. Посему и Павел, хотя не знал ничего за собою, говорил: «Ибо, хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь». 1 Коринфянам 4:4. Почему? Потому что он, если и не сделал ничего худого, как и действительно не сделал, то не считал себя вполне воздавшим подобающую Богу честь. Мы хотя бы умерли 1000 раз, хотя бы совершили всякую добродетель, и тогда не воздали бы должного Богу за дарованные нам от Него блага. Посмотри, не имея никакой нужды в нас, но будучи самодоволен, Он привел нас из небытия в бытие, вдохнул в нас душу, какой не дал ни одному из животных земных. Насадил рай, распростер небо, под ним положил землю, зажег блестящее светило. Землю украсил озерами, источниками, реками, цветами, растениями. А на небе поставил хор разнообразных звезд. Сделал для нас ночь полезную не меньше дня, а доставляем нам сном покоя и укрепления. Сон не меньше яст питает наши тела, как видно из следующего. Часто, видим мы, голод переносит продолжение многих дней, а без сна невозможно пробыть и немного дней. Ночь также прохлаждает и уничтожает нас тот жар, который скопляется в течение дня частью от солнечных лучей, частью от дневных трудов, и таким образом восстанавливает нас опять бодрость на труды. А в зимнее время, свою продолжительностью, она еще и более доставляет нам покоя и отраду, заставляя нас быть под домашней кровлей. И темнота сделана принадлежностью этого времени не напрасно и не бесцельно для большего успокоения. Как сердобольные матери, желая усыпить беспокойных детей, берут их в свои объятия, и, накинув на глаза их покрывало, усыпляют их, так и Бог распростер по вселенной темноту, как бы какой покров успокаивает людей от трудов. Если бы этого не было, то мы все надорвались бы от суетливости или чрезмерного сребролюбия от трудов. А теперь нас поневоле ночь отрывает от занятий. И такой закон природы не только тела наши восстанавливает, но и душу не меньше тел. Говорит ли о тишине и спокойствии в это время? Как тогда все полно молчания, свободно от шума, не слышно ничего крика, как это бывает днем, когда одни скорбят от бедности, другие жалуются на обиду, иные оплакивают болезни, повреждения тела, другие смерть родных, иные потерю денег, иные другое какое-либо человеческое несчастье, которых так много. От всех этих несчастий, как бы от треволнений, ночь избавляет род человеческий и успокаивает своей пристани.
таковых благо нам от ночи, а благо, доставляемые днем, известны всем нам. Что сказать об удобстве сообщений, которым мы пользуемся? Дабы продолжительность путешествий не отвращала нас от сообщения друг с другом, Бог проложил по всей земле кратчайший путь для нас море, чтобы мы, живя во вселенной, как бы в одном доме, часто приходили друг к другу, и каждый, легко сообщая ближнему свое, получал обратно находящееся у него. И таким образом, занимая малую часть земли, наслаждался благами всех стран, как бы обладатель всей земли. Подобно тому, как за богатым столом каждый гость может и сам предложено ему подать далеко сидящему и от него получить лежащее перед ним, только протянув руку. Если кто станет исчислять и прочие все блага, то найдет неизреченное множество их. Не исчислит и малой части, потому что как может человек измерить беспредельную премудрость Божию? Представь себе только разные роды растений плодоносных, бесплотных, растущие в пустынях, в местах обитаемых, на горах, на равнинах. Посмотри на разнообразие в семенах, в травах, в цветах, в животных земных, земноводных, морских. Вспомни, что все видимое создано для нас, небо, земля, море и все, что в них. Как если бы кто построил себе блестящий дворец, украшенный множеством золота и сияющий ярким блеском камней, так и Бог, создав мир, ввел в него человека, чтобы он царствовал над всем. И еще более удивительно то, что кровлю этого здания Бог устроил не из камней, но составил ее из другого драгоценнейшего вещества. И зажег огонь не на золотом светильнике, но спустив светило сверху, повелел им протекать по кровле этого здания, чтобы мы получали не только пользу, но и великое удовольствие. А землю распростер в виде богатой трапезы. Все это Бог дал человеку, еще не сделавшему ничего доброго. Хотя человек после такого дара оказался неблагодарным своему благодетелю. Однако Бог не лишил его чести, а только изгнал из рая и этим наказал, чтобы воспрепятствовать дальнейшему возрастанию неблагодарности и удержать его от стремления к худшему. Во всем этом помышляя и как движимый Духом Божиим, созерцая и многое сверх того и то, что было от начала мира, и что бывает каждодневно, и то, что бывает с каждым порознь, и что со всеми вместе, и то, что происходит явно, и что в тайне еще больше явного, а также дела домостроительства Единородного Сына Божия, будущие блага, обозреваемые вообще все и во всем, находя и созерцая неизреченную любовь Божию, апостол, как бы низвергшись неизмеримую бездну, постиг, сколь многим и великим он был обязан Богу, и не воздал ему и малейшей части». Потому он и сказал упомянутые слова с великим тщанием исследовал, и малые согрешения свои, а добрые дела предавал забвению. 1 Коринфянам 4:4. А мы не так, но о грехах, сколь они немногочисленны и невелики, мы и не говорим и не помним, а если сделаем какое-нибудь малое доброе дело, то выказываем его повсюду, не перестаем хвастать и надмиваться до толи, пока не упраздним тщеславием, и самое малое добро. Имея это в виду, и Давид говорил, «Что есть человек, что ты помнишь его?» Псалом 8:5. Кроме того, обвиняя человека в неблагодарности, он говорил, «Но человек, будучи в чести, не уразумел сего, сравнялся с несмысленными скотами и уподобился им». Псалом 48:13. Продолжение следует.